И снова здравствуйте, всем привет. Итак, Железный Человек присутствует, чтобы попробовать анимацию. Без Таноса ну никак не обойтись. Так, слегка поднабросал персонажа, вставил кости. Так, вставил ему кости для мимики лица, для разговора, если вдруг кому понадобится. Ну и можно все это дело, конечно, переделывать. Смотрим, как все это дело выглядит. Так, арматуру я пока отключу. Перчатка, значит, вместе с телом. Майка у нас идет тут отдельно. Вот это все дело вы можете просто тупо выкинуть. Это сделано на скорую руку, как обычно, для проп-анимации. Ну, а тело вот вроде неплохое. Так, рука — это кисточка. Тело — это болванка, немножко перетянутая, растянутая, надутая. Ноги тут чуть-чуть вытянутые, сделаны чуть побольше. Ну и в принципе, ну, перчатка тоже экстракт. Значит, здесь вот эти вот все, значит, камни — это просто сферы. Ну а вот эту штуку я смоделировал здесь. Именно в блендер по-простенькому. Ну, чтобы напоминало перчатку бесконечности. Тут все это дело можно обрезать, переделывать, использовать вот это тело. Итак, вот можете вот этим делом воспользоваться. Ссылка в описании для скачивания. В этом ролике я хотел бы попробовать именно анимацию Железного Человека. Итак, по прошлым роликам вот такой Железный Человек. Ну и давайте попробуем сделать ему эдкое какую-нибудь анимацию. Так, тройка на нампаде, единица на нампаде, N панель, скрин коски, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Выбираем, значит, кости. Ну и заходим в постмод. Таймлайн вытаскиваем. Перематываем, ставим. Так, первый, пятый, десятый. Ну и смотрим, откуда я буду брать именно анимацию. Анимацию я буду брать именно с фрагмента фильма. Как этим делом пользоваться? Значит, это видеопад редактор. Видеоредактор. И вот когда вы крутите колесико, вот у вас появляется первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее кадры. Можно использовать первый, пятый, десятый. Ну вот тут это все дело нужно просто покадрово повторить. Ну давайте, вот здесь 20 с лишним кадров, это будет по 25 кадров в минуту, 500 кадров именно в блендер. Так, вот это дело я показывать больше не буду, чтобы мне ничего не влепили на канале. Погнали. Итак, первый кадр. Оставляем его, наверное, вот таким. Пропишем А и лок рот. Переключаемся. Так, оттащим его G чуть-чуть вперед, потому что покадровка будет идти у нас где-то с первого кадра. Перетаскиваем и повторяем первый кадр. Так, это где-то приблизительно он вот так вот на согнутых ногах. Так, R, спина выровнена. Так, а что у меня тут такое? А у меня косточка не привязана. Пардонте. Edit mode. Кость привязываем к телу. Ctrl-P. Keep offset. Так, заходим опять в pose mode. Значит, теперь этот кадр delete keyframe. Единица на нампаде. Прописываем опять же свободную позу А и лок рот. Так. А вот это, значит, все дело delete keyframe. Опять все это дело вытаскиваем на нулевой кадр. Ну, давайте первый повторять опять же. Значит так, он слегка приседает. Что он еще делает?
G. Руки как бы у него расслаблены. Единица на нампаде. Так, G. И нужно позвоночник немножко как бы выровнять. Во. Ну и голову вперед. Что-то этакое. А, и локрот. Опять же раскидываем сначала блокинг. Вот пятый кадр, десятый, пятнадцатый. И так делать надо до 500-го. Конечно, долго я все, наверное, повторять не буду. Но какой-то кусок давайте, наверное, сделаем. Так, здесь у нас оказывается еще на этом кадре. Получается, что голова должна немножко вот так вот быть выкручена. А, и локрот. И я чуть-чуть ошибся. Будем делать по 10 кадров. На 10 кадре семерка на нампаде. Перекручиваем голову. Так, теперь, значит, вот эта рука R перекручивается, выводится вперед. Так, это значит тоже вот так как-то. Это значит тоже поднимается кверху. Чуть-чуть выкручивается. Так, выкручивается вперед. G ставится вот сюда. Ну и как бы, наверное, вот так вот. Тело стоит замерто, в принципе. Ну, чуть-чуть можно его тут подсорудить. Семерка на нампаде. Можно вот так вот плечо чуть подать и руку чуть вперед еще одну вывести. А, и локрот. Выключаем видимость костей. Смотрим вообще, что тут происходит. Ну вот уже движуха пошла. Теперь нам понадобится 20 кадр. Так, на 20 кадре у нас получается, что он должен... Так, семерка на нампаде. Чуть-чуть перекрутить ногу. Вот так. И там не видно, но раз он ногу перекручивает, значит как бы чуть таз уводится. И руки. Руки, значит... Так. Перекручивается. И подаются как бы назад. Движуха такая должна... Вот. Типа он как фиксацию поймал. И чуть-чуть голову на кверху. Во. А, и локрот. Смотрим, что получается теперь. Так, вот эта рука сильно двигается, а это нет, да? Значит, вот эту руку подадим чуть-чуть вперед. Вот так. А, и локрот. Прикольно, как стихи. Подаем вперед, а и локрот. Во. Ну вот получается, вот уже движуха, нога перекручивается. Тело начинает двигаться. Готовится он, значит, к полету. И теперь 30 кадр. Так, на 30 кадре у него нога, опять он ее переставляет назад, ну, перекручивает R назад. Опять у него идет тройка, единица на нампаде G. И немножко, опять же, как бы вдохнуть он должен. Вздохнуть, я не знаю, как это все дело, как показать, это, наверное... Ну вот нужно вот приподнять его, что ли. Так, и теперь
Опять чуть-чуть движутся у нас руки. А, и локрот. Так, смотрим. Вроде вот как готовится. Да, вот есть такая суета. Так, а вот здесь, наверное, я на 10-м кадре. Давайте на 5-м. Откроем маску ему. Так, маска открывается тут вообще по-другому. Так, я переключусь в такой внешний вид. И получается, что у нас маска. Тройка на нампаде. Чуть боком ставим. Делаем R. G. Так, она приподнимается. А, И. Локрут. Ну и тут где-то дальше. Значит, опять выбираем маску. Так. Делаем вот как бы R. И G. Она уходит у него. Так. R. G. И она уходит наверх. Вот так у него открывается. Так, что у меня тут? Ага, сбой какой-то. Ну вот, вроде бы попало. Пишем А, И, локрот. Что получается? Так, и теперь нужно маску открытую. Находим ее, вот, чисто одну маску. И пропишем вот этот 7-й кадр, Shift D, на все остальные. Это я уже показывал, как делать. Все, теперь у нас получается маска прописана полностью открытая. Хотя мы на тех кадрах, и она была закрытая. Так. Ну все, прикольно. Так, надо теперь его как-то дальше заводить. Короче, тут происходит та же самая суета. Тут воздуха он набирает, там еще что-то. Нам нужен теперь 90-й кадр. Это мы потом попропишем, чтобы столбняка у него не было. На 90-м кадре создаем тоже, так не эту кость. Создаем ему какую-то движуху. Так, еще больше он, наверное, должен присесть. У него идет перекрутка рук. G. Они уводятся вот так вот в бок. Ну, в смысле, здесь он уже должен стоять именно вот в такой позиции. Так, G. Семерка на нампаде. Тело немножко перекрутим назад. А, И. Локрот. И вот это все дело переведем G на 80-й кадр. Так, на 80-м кадре у него руки оказываются чуть-чуть повыше. И здесь вот так повыше. Так, кисти еще больше перекручены. Угу. Так, R. G. Для чего это делается? Потому что сейчас он должен зажечь их. А, И, локрот. И на 85-м делается вот так вот. Так, вот эти руки зажигаются у него, значит, здесь двигатель. Он делает резко их вниз. Прописываем А, И, локрот. Теперь немножко он как бы выпрямляется. И вот эти руки G доводит вниз. Ключицы. Так, это значит ключица R опускается. И вот эта ключица тоже R как бы расслабляет его. А, И. Ух ты, пардоньте. Это уже прописано.
Вот это вот движение зажигания. Дальше на 87-м продолжение идет у нас, значит, доводка рук. G. И все больше вот так вот они перекручиваются. Угу. И тут уже тройка единица на нампаде. Опять же, ключицы расслабляем. А так вот. И, а, и локрот. Вот идет вот это вот зажигание у него такое. Но ноги еще стоят на месте. Отрыв у него на 90-м кадре, по-моему. Сейчас буду глядеть. Да, на 90-м кадре выбираем таз, выбираем руки. Вот так вот. Теперь это все дело G вытягиваем. Английская А. Значит, G поднимаем. Ноги немножко вот как бы вот так, наверное. Так, теперь таз. Так, 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 тройка на нампаде G подает назад. И вот это все дело, значит, не высоко это от земли. Чуть-чуть уходит как бы назад вот так. А, и локрот. Так, а вот здесь, вот на этом кадре, R, G. Так, G, он просто приподнимается. Руки, так, ноги у него чуть-чуть уходят, наверное. А, нет, пардонте, это ноги я ему уже поставлю на 90-м кадре. Значит, G, руки у него движутся. Вот так. А, и, локрот. Здесь вот почаще придется писать, чтобы вот этот вот подъем как бы поймать. Хотя он здесь должен быть. Так. Поднимается. Так, и на 90-м. На 90-м G. Ноги у него уходят друг к другу, значит. Вот так. Голова R смотрит вниз. Тело прям выпрямлено. Он боится упасть, короче. Вот эта часть у него прям ровная такая. Назад даже, можно сказать, заваленная. И руки. Так, руки еще можно чуть-чуть двигануть. А, и локрот. Так, единица на нампаде. Подключаем все. Ну и пока давайте посмотрим. Так, вот он стоит, минжуется. Так, ага. Так, 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 так. Здесь вроде бы сейчас сосредоточился. Идет реакция. И вот он поднимается. Нам теперь нужен сотый кадр. Так, даже не сотый, а нам понадобится где-то 95-й кадр. На 95-м кадре тройка на нампаде. Выбираем так ноги. Ноги разводим, G. Вот так. И руки тоже. Так, только кисти теперь перекручиваем и уводим как бы назад. Так, это все назад. Тоже кисть перекручиваем. G, чтобы в локте так она как бы сжатая была. Так, так, так. Немножко вперед тело. И ноги, я думаю, что нужно перекрутить. Хотя там это дело не показано так сильно. Ну, будет виднее как раз. Ну, получше, наверное, будет эффект. Ну, он-то поднимается, но теперь-то нужно чуть-чуть его еще, как бы, наверное, вперед увести вот так вот. Вот так.
А и лок рот. Так, еще немножко вверх его поднимаем. Чуть-чуть, значит, R как бы перекручиваем, ноги перекручиваем. Здесь он еще больше выпрямляется. Вот так вот. А, И, лок рот. Смотрим. Так. Ну и на сотом. Так, на сотом как бы вот эти вот. Так, стопы R, G. Как бы по-разному должны тут себя повести. Это значит R, как бы тоже G. Чуть-чуть можно кверху приподнять. Здесь, значит, можно R немножко перекрутить. Так, тело назад. Голову теперь, значит, семерка на нампаде R. Угу. Так, единица на нампаде и, значит, G. Руки прям вот, о, напряг вот так вот. Теперь вот это все дело выбираем и чуть-чуть, наверное, вниз. И чуть-чуть так болтанку сделаем. А, и локрот. Во. Так, 110-й кадр смотрим. Так, это у нас получается 110-й. Рука вот эта находится на месте. Персонаж. Так, персонаж у нас должен, так, семерка на нампаде R, чуть-чуть перекрутиться, чуть-чуть R уйти назад. Эта нога, значит, как бы вперед, он типа как бы очкует, а это как бы, ну, подстраховывает его. Так, вот так тоже раз. Угу. И вот эта рука так раз чуть-чуть дергается. А это на месте. И вот этого персонажа семерка на нампаде. А, R чуть-чуть перекручивает. И уводит как бы в бок. Так, а вот эта нога. Наверное, еще вперед вот так побольше. Во. А, и локрот. О, левитация. Есть такой переходик такой плавучий. Здесь вот тоже нужно добавить его будет. Вот он раз поднялся. Вот он взлетел, замер. И получается, здесь он чуть-чуть уже поднялся, поднялся. Вот здесь у него пошел уже отрыв. А вот здесь у него отрыва на сотом нет. Здесь он должен еще, так, это А, G, чуть-чуть вверху надо было подняться. А по-моему, опускается как бы А и локрот. Так, а на 95-м, на 95-м мы его чуть-чуть ниже еще опустим. И вот эти ноги G. Так, вот так еще чуть-чуть. Вместе соединим. Во! Так красивее будет, наверное. А, И, локрот. О, суета создалась. Летает. Ну и не буду я затягивать дальше, делать весь вот этот процесс, как в кино.
немножко сейчас еще затянем вот здесь вот и посадка. И все, и хватит, наверное. Ну, чтобы понятие уже было, и посмотрим, что получится вообще. А потом тут такой Танос. Дашь ему в бубен. И будет классно. Так, на 120-м. Смотрите, что будет происходить. Значит, вот эти ноги мы G уводим назад. R перекручиваем. Тело немножко, значит, тоже в сторону вот сюда. Эта рука фиксирует полет. Это как бы направляет его G. Вот так вот. И прописываем. Так, а еще А английская и G. Вот сюда он должен подлететь. Ну, тут еще дергание надо добавить. Чуть колебания А и локрот. Но это уже доработка. Вот, допустим, 115, можем здесь R вот так вот раз. И заставить ноги немножко, ну, как бы, суетиться. Вот так. И эту руку чуть-чуть поднимаем. Эту руку чуть-чуть, допустим, как бы еще на фиксацию. Здесь вот делаем неуверенный такой, ну, как бы, наклон. Голова сюда. Можно даже ноги чуть-чуть поджать, сделать вот таким вот образом. И полночкует А и локрот. И получается вот такие вот пироги. Вот тоже создалось движение. Но нужно еще одно движение создать. 110-й, значит, так, он поднимается. На 115-м у него G движение вперед. А и локрот. Потом 120-й тоже у него R перекрутка. G ставим на точку чуть где-то 115-й находится. А и локрот. И вот создается вот это вот типа полет. Ну, далеко не надо его, конечно. Тогда будет слишком как бы не ахти. И ноги, ноги, ноги. Что-то так. Раз здесь. Так. А вот здесь вот надо бы вот эту ногу R перекрутить и G как бы назад ее увести. А эту чуть, наверное, вперед вот так. Во. Так, одна рука впереди, одна как бы уходит назад. Это уже доработки. Это будет уже смотреться, наверное, получше. Вот. Плавающий такой чел. Перехлёт. Сейчас у него должна быть остановка. Остановка в каком плане? Значит, так, тут у него получается семерка R на нампаде. Так, голова у него должна тут перекрутиться в эту сторону. Так, теперь тело должно наклониться. Так, теперь нога G уходит сюда. Так, эта рука G уходит сюда вперед. R перекрутка. Так. И вот эта нога к этой ноге должна уйти. Раз. А эта рука поближе. Типа он такой очканул. И А английская. Так. И чуть-чуть вот такого как бы вперед задавить. А. И локрот. И тут он такой на 130-м кадре. G. Ногу выравнивает. Эту тоже штукенцию выравнивает. Так, перекручивается. Так.
Голова так, у него семерка на нампаде, голова уходит вперед. Так, что ты этот таз, походу, перекрутил. Так, R назад. Эту ногу сюда. R. Эту ногу G сюда. Так. Это что-то вот так получается. Так, теперь вот эта рука. R. G. И эта рука вот так вот. G. И вот в такой позе он должен немножко как бы полевитировать, да? Сначала он так R назад отгибается. Здесь вот руку потянуло, потому что рука не перекручена. Вот, кисть. Вот так вот. И вот это все дело нужно запустить, опять же, так, А, G. Поднимаем кверху. Это значит нога чуть впереди. Это чуть, наверное, вот тут где-то. А, и локрот. Так, теперь на 125-м нога вот эта идет сюда. Чуть-чуть создаем движение рук. That's all. Так. Так, это значит G. Так, эту назад G. И тело перекручиваем уже вперед. Вот так вот. Раз. Семерка на нампаде А, R. Перекручиваем G. Уводим еще его как бы в бок, чуть-чуть наклоняя, наверное, вот так вот. Так, а эту ногу-то поджимаем кверху. Во. А, и локрот. Так, здесь он на 140-м должен выровняться. Так. И сейчас будем ему делать посадку. Так, ноги перекручиваем. G. Уводим стопы назад. Таз. R перекручиваем. Так, эта нога у нас, значит, G идет вот сюда поближе. Стопы. А, руки вот сюда. К телу. Как у него прикольно такое зависание идет. Так, теперь что тут у нас? Семерка на нампаде. R. Тело перекручиваем. Так, здесь он теперь выравнивается. Вот так вот. Раз. Так, что тут у нас с руками? Надо не запутаться. Так, так, так. Английская А. R. Перекрутка. Перекрутка. G. Таз назад. Так, что тут сзади у него? Вот эту кость еще перекручиваем. Ключицу приподнимаем. Эту ключицу тоже приподнимаем. В принципе, внешний вид это как-то нормальный. Так, а что-то где-то у него закручен он какой-то. А, во. Вот эту часть. Так, и вот эту руку. G.
как бы назад. Во. Голову тоже выпрямляем. Так. И вот эта рука что-то у него как-то этакая. Во, вот так будет получше. А, и локрот. И чуть-чуть его, наверное, G повыше вот так поднимаем. Так, единица на лампаде. И G вот сюда на точку. А, и локрот. Сейчас посмотрим, что тут получилось. Так. Это получается тупой возврат. Значит, вот эта часть. Так, это он летал тут. Тридцатка уходит вперед. И тогда вот этот 140-й, а 140-й становится 100. Так, это G 145-м. Так, а здесь создадим потом, ну, дополнительную суету. Допустим, что-то, ну, вот это, вот так вот, раз. Так, это где у него тут наклон был? Сюда. Ну, в принципе, нормально, да, вот с этой точки. Здесь можно чуть-чуть его, наверное, вот эту ногу выпрямить. Так, вот эту ногу выпрямляем сюда. Эту руку выпрямляем. Или вот так поднимаем, а эту руку G подводим к тазу. И вот эту ногу вдоль тела. О, как бы готовится уже выровняться. А, и локрот. Вот. И немножко, значит, его G вот сюда. А, и локрот. Нужно поймать вот это вот верхнее вот это скольжение. О. Так, это получается, так, 139 у нас, это будет 140-й, значит. Так, здесь на 140-м G он еще выше должен подняться, а и локрот, а потом только уйти в бок. Так, раз, поднимается кверху. Так, а вот здесь можно еще добавить перекрутку вот так. А, и локрот. Во. И выравнивается. Да класс. Теперь надо делать посадку. Так, ну чтобы посадку сделать, давайте ему еще левитации добавим. Это значит... А, вот он должен на точку выйти, да? Ну давайте G. Вот сюда его так раз. И чуть-чуть как бы к низу. А, и локрот. Чтобы он на точку у нас и попал. Вот, раз, тут у него суета, движуха, там раз. Огня бы еще добавить. И теперь, значит, 155-й, тройка на нампаде. Поджимаем G ноги. Уводим их чуть назад. Так, теперь G тело тоже в бок. Руки G вытягиваем вперед. Вот так вот. И голову вниз. Он теперь готовится к посадке. Угу. Так, и ноги. Ноги еще вместе. Вот так как-то. Ага. Теперь, значит, А,
G, A, I, Lockrot. И вот этот кадр, значит, Shift D куда-нибудь сюда перекручиваем. Так, это значит G сюда уходит. А, и Lockrot. Ну, тут телом потом пошурудим чуть-чуть. Допустим, вот так тут чуть-чуть руку одну слегка кверху, одну слегка, допустим, к себе. А, и Lockrot. Можно еще корпус перегнуть потом. И вот уже раз-раз он типа... Здесь он должен подольше повисеть, так что можно вот эти G на 160 где-то вывести. А здесь вот этот Shift D кадр на 100, ну без разницы какой тут, 157. И чуть-чуть, значит, единица на нампаде, G кверху, A и Lockrot. Ну вот нормально, тут чуть-чуть он зависает, висит. Еще можно так чуть-чуть болтанку ему добавить, слегка так. А, и Lockrot тоже руками немножко так слегка пошевелить. Там, чтоб ноги каменные не были, дернуть ногой. Так, вот так вот раз. Так, эту чуть-чуть назад отвести. А, и Lockrot. Так, вот это руками что-то постоянно смущает. Так, ну это чуть-чуть его. А, и Lockrot. Ну вот суета, тут такой все он завис. Должен чуть-чуть, наверное, замереть как бы. Тут тоже должна быть пауза. Вот этот кадр дублируем в Shift D. Все он завис. И потом идет уже понижение. И значит на 170 мы тут тихо падаем. А падаем мы резко, значит. G. Вот так мы падаем. Так, что тут с коленом? Это чье колено? Колено перекручивается. Только единица на нампаде. Мы, как всегда, приседаем. И вот этот корпус, значит... Семерка на нампаде R. Перекручиваем и уводим его в эту сторону. И как будто он приземлился на одну ногу. Так, вот эту вот ногу чуть можно дальше так отвести. Раз. Так. Эта рука идет, у него удерживает, значит, его вес. Вот это на эту ногу. Так, а эта рука уходит... Перекрутка и вперед. Еще раз перекрутка. Перекрутка. G. Вперед. Во. И тело немножко, наверное, вот так как бы. Во. Вот это будет нормально. А, и Lockrot. Бамс. Так, посадку-то он дал, но теперь он должен чуть-чуть выпрямиться. Вот так. Так, рука у него уходит сюда. Это чуть-чуть, значит, еще поднимается вверх. Голова, значит, у него перекручивается. И позвоночник как бы вот так. И так, он же еще на ресиверах, да? Как бы вот назад его вот так вот чуть-чуть выкручивает. Подает G, А, И, Lockrot. Во. Крутится, бац. А вот здесь вот чуть-чуть он должен... Так, это значит, нога у него так чуть-чуть выходит.
Рука у него, значит, уходит сюда. Это чуть-чуть вот сюда. Так, корпус. Так, R, таз перекручивается. И так, значит, вот эта нога, G, вперед. Единица на нампаде. Он выбирает, значит, точку. А раз точку выбирает, ноги как-то вот так, наверное, должны быть. А, и локрот. Так. Чуть-чуть еще ниже. А, здесь соприкосновение идет. Так, вот так как-то. Тройка на нампаде. Угу. G. А, и локрот. Все. Вот теперь он мягче становится. Благодаря вот этим дополнительным, ну, вот, кадрам, которые, ну как, не долетают до земли еще все. О, и нога становится. Раз. Все, теперь должен он выпрямиться. Так, это значит 80-й кадр. Так, вот здесь у него тоже идет вот такая штукенция. Он выпрямляется. И значит его R уносит как бы назад. Так, раз. Руки он, ну как, руками он корректировку держит. Так, это значит позвоночник у него вот таким вот образом. Так, и G вот сюда руку. А, брышу. Так, значит у него G. Он должен быть вперед. Вот так вот. А позвоночник как бы перекручен назад. Вот так раз. Голова чуть вперед. Его как бы вперед должно, значит, понести было. Так, это выравниваем. И вот здесь ноги уже выравниваем. Вот так. И руки, руки, руки. Что у нас с руками? Это значит... Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, а руки у него вот что должны сделать, прикиньте. Значит, R. R. Как бы приподняться к телу. G. Во. Здесь такая же шняга. Выбираем, значит. Ага. И R. И загиб делаем. И назад уводим. Так, это G. Ключицу R. G. Эту ключицу можно немножко оттянуть. И так. Ага, вон он что у тебя, да? Так, ключицы отводим, чтобы создать эффект такой гнутости. Так. Угу. Угу.
Так, тогда вот здесь его на 173 кадре должно выкрутить именно назад. Вот так вот. Так, G, таз вот сюда. R, рука. И рукой как бы он отталкивается, а эта рука как бы опять держит его. Вот тогда создается вот эта движуха назад-вперед. Во. Прикольно. Так, и теперь он, значит, выравнивается. Так, сделаем А, И. И локрут. Выберем нужный кадр и сделаем Alt-G, Alt-R, Alt-S. Потому что я там что-то уже начудил. Ну, в принципе, в конце нормально будет. Так, раз. Маску сейчас пропишем, не проблема. Так, и значит, прописываем А и локрот. Смотрим. Так. Семерка на нампаде. А где у нас гаврик стоял? Так, ладно. Вот этот кадр delete. Так, тройка, помудиться придется, значит. Ага, вон что у меня тут. Так. И вот эту кость я перекручивал, забыл. Вот тут эта перекрутка и пошла. Так, теперь это вперед. Трасс. R. Не трасс. Надо их скрывать, вот эти кости, которые держат, ну, вот эту тазовую кость. Так, R. Голова, значит, R. Тело. R. Эту косточку тоже R. Так, что тут у нас получается? Что получается? Вот эти кисти. R перекручиваем. Так, R тоже перекручиваем. И ставим ровно. Так, а вот здесь у меня... Надо вернуть эту косточку в исходное положение. Так, и вот эту, наверное, тоже. Так, что тут еще натяжка? Так, и вот эту тоже. Возвращаем. Кстати, мне очень понравились вот эти вот замена костей на квадраты, кубы, сферы, цилиндры. Очень прикольно, очень удобно оказывается. Но это надо попривыкнуть, попробовать, чтобы понять. Так, понять и простить. Так, что тут у меня с рукой? Так, это тут перебор почему-то. Так. Угу. Так, что у нас тут с позвоночником? Ставим его посмелее. Руки, значит, перекручиваем. G. И вот так их вниз опускаем.
Так, а это, наверное, еще так, докручиваем. Так, а что с ним такое тут? А, тут ключицу я поднимал. По-моему, да? Так, ну не суть вопроса. Это все подправится. Главное, чтобы анимашка заработала. А, и локрот. Смотрим, 177. Так, единица на нампаде. Это отключаем. Что у нас тут получается? Светим. Так, погнали смотреть. Нормально. Чуть растянуть, кое-где что-то подобавлять. Так, а что у меня тут с персонажем, с башкой? Тоже что-то поворачивалось. Что-то где-то надо текстурой. У меня что-то тут начало барахлить. И на ZBrush Flip V этот. И здесь тоже. Ну ничего, не суть вопроса. Сейчас найду. Откорректирую, в чем вопрос. Итак, даем цветности. Ну, так что-то получилось пока. Вот такой вот принцип. Значит, по кадровке. Ну, а тут теперь долгие-долгие варианты доработки. Где-то смягчить анимацию, где-то затянуть. Ну, чтобы вот именно замедление было, ускорение. Где-то добавить дополнительных движений. И все это дело надо вот выключать и постоянно... Сейчас покажу вам. Вот включайте и вот, вот так вот раз пробуйте. Ага, не тот переход. Нужно исправить. Работайте с этим куском, потом вот с этим. Ага, вот это, допустим, нормально. Все, пока его не трогаем. Пока соседние кадры, возможно, его не потянут. Просьба изменить. Ну и больше мягкости. Мягкости, где-то резкости, где-то опять мягкость. И такие резкие переплеты, ну, вот, вот он летает. Это вот далеко он, наверное, улетел. Нужно чуть-чуть как-то вот точку держать, нижнюю вот эту. Вот если он на полу здесь поднялся, как-то вот по кругу он должен, ну, в каком-то радиусе тут летать. Но это тоже надо рассмотреть, понять. Ну, чтобы понять, надо все это дело вот было вот это сделать. Ну а теперь третья, пятая, десятая анимация с железным человеком. Возможно, будет все лучше и лучше. Все, всем пока, до свидания. Вот такой ролик. Танос. Ссылка в описании. Кому интересно, засобачьте мордобой между ними. Все, всем пока.